Поднимите руку, кто был с нами в Сочи в 2015 году. Помните, тогда было круто, а сегодня будет еще круче. 3 года пролетели очень быстро. Вспомните, что хорошего произошло в вашей жизни за эти 3 года. У кого-то родился ребенок, у кого-то пошел в школу, а у кого-то вернулся из армии. Кто-то получил новое звание Фаберлик. Возможно, вы переехали в новую квартиру или даже переехали в другой город. А может, вы просто взяли собаку или сразу 3, как я. Сейчас в это трудно поверить, но когда мы были с вами в Сочи 3 года назад, в нашем каталоге еще не было женской одежды. Кто был в Сочи, тот вспомнит наш первый робкий показ платьев. Павлины, зебры. А сейчас мы представляем коллекции домашней одежды, спортивной одежды, пошитые на нашем собственном производстве в швейной фабрике в Ивановской области. Я лично очень люблю все, что делает наша фабрика. Элегантные модели, простой крой, отличное качество ткани. В этом году к домашней одежде и спортивной одежде мы добавили товары для дома. И эта категория пользуется бешеной популярностью. И, конечно же, за эти 3 года к нам присоединились консультанты Флоранж и Денес. Пополнили наш ассортимент прекрасной продукцией, обогатили нас новыми методиками работы. И, конечно, мы все вместе увеличили продажи. Всего за 3 года, которые прошли с форума в Сочи, наши продажи выросли в 2,4 раза. Только представьте себе, сейчас наши продажи составляют 38 миллиардов рублей. Потрясающий результат. И это сделали все вы, те, кто сегодня сидит в этом зале. В 2,1 раза выросло количество консультантов. Потрясающий результат. В 2 раза за 3 года. Сейчас наш с вами больше, чем жителей в Новосибирске. Там всего каких-то 1,6 миллиона человек, а нас больше 2. Этот сумасшедший рост превзошел все наши самые смелые ожидания. И это здорово. Теперь в нашем ассортименте не 1500, а более 5000 позиций. И это не только за счет категории фэшн. Даже в косметических категориях продукция выросла почти в 2 раза. И только представьте себе, рост консультантов в 2 раза, плюс рост продуктов в 3 раза. Представляете себе, как увеличилась нагрузка на сайт? Площадь центрального склада выросла с 15 тысяч до 50 тысяч квадратных метров. Но наша основная гордость, конечно, модернизация производства. За эти 3 года мы провели полную модернизацию. Представьте себе, мы запустили 37 новых линий по производству и упаковке бытовой химии, косметической продукции, декоративной косметики, салфеток, красок для волос. Не зря же к нам водят экскурсии правительства Москвы по программе «Дни города». Теперь мы с вами можем производить более 500 миллионов единиц продукции в год. Мы выросли. Другой масштаб деятельности требует других бизнес-процессов. Изменения системы управления, новых, более сложных IT-систем. Мы просто обязаны меняться, иначе нас обгонят. Кто-нибудь знает притчу про льва и антилопу?
Да, но я расскажу тем, кто не знает. Антилопа, чтобы выжить, она должна бежать быстрее самого быстрого льва. А лев, чтобы выжить, должен бежать быстрее хотя бы самой медленной антилопы. Неважно, кто вы, лев или антилопа, но если встало солнце, то вам уже надо бежать. В этот переходный, сложный для нас трансформационный период мы с вами столкнулись с несколькими техническими проблемами, которые привели к дефицитам и падению сайта. Но сегодня проблема решена. На графике вы видите уровень дефицитов нашей самой проблемной категории в уходе за кожей. Как вы видите на графике, дефициты пошли на спад с 11 периода. Но я уверена, что в этом 13 периоде вы уже почувствовали на себе, что дефицитов уже стало гораздо меньше. К сожалению, решение проблемы дефицитов заняло больше времени, чем мы вам обещали на стратегической сессии лидеров в апреле этого года. Мы обещали решить проблему дефицитов к началу лета, но мы решили ее только к началу осени. За последние полгода мы очень много чего сделали. Мы полностью поменяли бизнес-процессы в планировании. Мы запустили новое программное обеспечение. Вы видите на экране эти хитрые умные названия. И это дало отличный результат. Теперь я могу вас заверить, что в подарочный сезон дефицитов не будет. И это верно для всех категорий, не только для ухода за кожей. Наш сайт тоже меняется. Ведь сайт – это как огромный айсберг. Мы с вами, как пользователи, видим только его верхушку – интернет-магазин. А под ним находится еще огромное количество баз данных, сложных алгоритмов. В конце прошлого года мы увеличили мощность сайта в 5 раз до 50 серверов. Мы сделали огромное количество больших и мелких улучшений, чтобы сайт стабильно работал. И он будет работать стабильно. Но принципиальное изменение, переход на качественно другой уровень, произойдет летом 2019 года, когда будет запущена в действие интернет-платформа SAP. SAP – это немецкая инновационная компания. Она входит в топ-10 инновационных компаний мира. Поэтому мы с вами выбрали самую лучшую интернет-платформу. Это будет абсолютно современный, передовой, удобный магазин, понятный потребителям, удобный для консультантов. Он будет выглядеть как современный интернет-магазин и будет основываться на нашей системе MLM. Все будет быстрее, нагляднее, удобнее. Для вас и для ваших покупателей.